Сегодня торги на московской бирже открылись с небольшим снижением курса доллара и евро против российского рубля. Ситуация на нефтяном рынке остается достаточно пессимистичной. Вчера были опубликованы данные от Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки, которые продемонстрировали неожиданное снижение запасов на чуть более чем на 3,5 миллиона баррелей, а также продемонстрировали снижение добычи. И ненадолго это поддержало нефтяные котировки. Однако после этого нефть продолжила снижаться. На текущий момент рынок оценивает баррель Brent в $40.20. И в течение сегодняшнего дня особого роста мы не ожидаем. Цели по рублевым парам на сегодня – 70 против доллара и 77.30 против евро.